У нас сегодня зима. Программу, то все белое-белое, ничего не видно. Смотрите, все мои цветы занесены. Вот. И холодно. Холодно. Лед замерз. Эта каша замерзла. Снегом ее припорошила. В общем, холодно. Пошли малой. У нас сегодня очень много дел. Еще пара изо рта. Пошли домой. Гляньте, у него снежинки. Боже, на малого нападли снежинки. Не фокусироваться. Вот так вот. Сидит сразу. Я вот смотрю, мне хочется вот около этого дерева поставить скворечник. Вот есть, кстати, очень много идей, которыми я сейчас с вами поделюсь. Ну, потому что зима, и птичек надо подкармливать. Девушке мне нужно выбрать для нее тур в Грецию. У нас определенный бюджет, соответственно, определенные требования. Вот сейчас я как раз буду этим заниматься. Thank you.
Вот, кстати, видите, шины мои. Вот эти вот я заказала, две зимние. Йокохама. Вот они отправлены в офис, завтра можно будет забирать. И вот цена одной 2846. Это я на exist.ru заказываю. Мне давно очень есть идея постирать мое пальто. Оно, не знаю, ему лет 5 или 6 уже. Я его очень люблю. На нем уже все эти ярлычки, на них уже ничего не видно. То есть что там можно, что нельзя. Ну, в общем, я попробую. Попробую режим. У меня в стиральной машине есть эти. Режим верхняя одежда. Вот сейчас на нем попробую. Единственное, конечно, когда стирать, надо вывернуть наизнанку. Ну, чтобы по возможности все вот эти вот вещи. Он пришел. Он так мяукает, это интересно. Он не умеет мяукать. Кисуль, Кристюш. Кристюша, поговори со мной. Поговори со мной. Поговори со мной. Нет. Ну ладно. Все, будем мы стирать. Ну вот джим вот такой вот все-таки сделаю поменьше. 84 минуты верхней одежды режим. Ну, поехали. Стоит еще одна принцесса. Еду ждет. Глупостых мисок. Есть еще одно очень важное дело. Когда поставили полотенцесушитель, видите, остались вот такие вот зазоры. Частично здесь замазано. Как это называется? Затиркой цветной. Я вот все время на них смотрю, я хочу сейчас это сделать. Вот у меня и затирка цветная. Собственно, сейчас я немножечко разведу баночки и аккуратненько замажу и покажу вам, что у меня получилось. Вот так вот получилось, еще это немножко подсохнет. И уже в глаза не будет бросаться сильно. Ну, издалека вот так. Ну, то есть будет так аккуратненько сливаться. Да, полотенцесушитель мне очень нравится. Видите, кругленький. Он кругленький. Напротив него будет кругленькое зеркальце. Давай, скажи еще раз. Видите, как он мяукает? Внимание требует, ребенок требует внимания. Так, покажу здесь салат, потому что здесь свет самый лучший, а там пока включать не хочется. Вот смотрите, сегодня самый простой салат. Это мясо кальмара, красный лук и помидоры. Кстати, если вы делаете крабовый салат, мне кажется, лучше не покупайте крабовые странные палочки, а купить мясо кальмара. И вот он будет делать в крабовый салат. Кстати, я просила на красный лук. И мне кажется, я могу есть его головками. В общем, вот такой вот у меня сегодня ужин.